Добрый день, представляем вам лот юбки Швейцария, это сорт крем. То есть очень хорошее качество, юбки абсолютно разнообразные, как классика, так и джинсовые. Так, здесь у нас River Island 14 размер, но я думаю, что это 48 размер, прямо плотная такая юбочка, длина, я думаю, до колена. Так, здесь тоже тепленькая такая юбочка, 42 размер, она на подкладе, внизу она немножечко расклешенная, тоже где-то до колена. В принципе, длина будет. Еще одна тепленькая юбка. Я думаю, что здесь 44 размер. Тоже до колена. Такая тепленькая, уютная. Прям по сегодняшней погоде. Джессика. Здесь тоже, скорее всего, 48 размер. Очень тонкая, приятная. Так, вот здесь вот уже как Telly V XS. Приятный такой плюшевый материал. Она тянется. Длина тоже короткая, до колена. Здесь у нас размер, я думаю, 48-50, но она тянется чуть-чуть, длина может быть до колена, либо чуть выше колена. Так, короткая юбочка, здесь у нас 38 размер, юбка на запахе. Здесь у нас есть такие вот пуговка и кнопка, вот длина выше колена будет. Так, юбка из Мара, 40 размер европейский, но она чуть-чуть ниже колена получается. Сзади разрезик небольшой. Так, тоненькая достаточно юбочка. Здесь у нас размер, я думаю, 42-44. Чуть-чуть тянется, выше колена длина. Так, здесь у нас под кожу размер европейский 34 с кармашками. Длина тоже чуть выше колена, либо до колена. Так, здесь у нас манго, размер европейский 36. Это обманки, не карманы. Длина выше колена. Так, джинсовая юбочка у нас, 30 размер написан, не знаю марку, но тянется хорошо. Я думаю, длина где-то до колена будет, может чуть-чуть пониже. Так, здесь у нас размер 48-50, судя вот здесь по это. Она с карманами, плотный материал такой, то есть она как бы не будет ни сборить, ничего, таким вот колокольчиком будет, скорее всего. Так, здесь у нас эсприт, новая юбочка, размер у нас... 44, наверное. Да, здесь тоже длина выше колена будет. Еще одна юбочка, 38, такой плюшевый материал, она без подклада. Тоже длина до коленочки. Ну, здесь вот чуть выше колена будет. Я думаю, что это эсочка. Ой, какая красивая юбочка. Посмотрите, сзади планка сделана чуть ниже. Здесь как будто бы такое наслоение сделано. XS. Это выше колена, либо до колена. Еще одна юбочка из Мара, 38 размер у нас здесь, с кармашками. Длина здесь выше колена однозначно. Так, теплая юбочка. Здесь у нас 40 размер, да, наверное, 46. Она с кармашками, кармашки на пуговке. Тоже, думаю, чуть выше колена будет, широкий вверху пояс. Прямо очень хороший лот. Потому что есть и теплые юбочки, и летние. Так, здесь Zara у нас размер европейский XS. Здесь нет, кармашков нету. Да, выше колена. Такой плюшевый материал. Здесь у нас Divided европейский 42 размер. Вот такая вот. Может быть, до колена, может чуть-чуть повыше. Здесь нет, убирается. Вот посмотрите, прямо транспортировочное что-то. Так, вот видите, уже такая вечерняя юбочка летняя. 38 размер, она на подкладе. Очень хорошо тянется на резинке. Резинка вот широкая здесь. Длина ниже колена. Такая юбка-карандаш. Я думаю, что это СКМ-ка. Тянется хорошо ниже колена. Еще одна юбочка очень красивая. От H&M XS размер. Тянется. Но СК тоже, скорее всего, войдет. Здесь как запах такой. Впереди получается разрезик. Ну, смотрится красиво ниже колена. Где-то до щиколотки. Вот опять коротенькая бершка. Это у нас европейский XS. Карманов нету. Так, здесь у нас юбочка. Вот такая асимметрия. Divided. Это 38 размер. Вот впереди это будет мини-юбочка, а сзади такой вот красивый шлейф из прозрачного материала. Так, джинсовая юбочка от H&M 40 размер. Выше колена. Еще одна короткая юбочка. Деним бершка. Это 32 размер. Очень красивая от Arsay юбочка, вот такая вот она, посмотрите,
Да, чуть-чуть получается, нет, практически одного размера, может быть выше колена, может до колена. Так, only размер L, вот такая летящая, это по щиколотку, ниже колена однозначно. Так, здесь у нас 44-й размер без подклада, думаю, тоже что ниже колена, бисеровочка. Так, здесь 36-й размер S-ка с кармашками, я думаю, что до коленочки, может чуть-чуть повыше. Так, здесь выше колена, здесь размер, я думаю, SM, вельветовая такая плотная юбочка. Вот такая юбка от H&M, 44-й европейский, она на подкладе, достаточно тонкая, несмотря на то, что материал плотный. Zara, здесь у нас размер L европейский, тянется хорошо, я думаю, до колена, либо чуть-чуть повыше. Вот такая классика, 20-й написан размер, но я думаю 50-52 даже где-то. На боку застежечка здесь. Такая классическая юбка, я думаю, что до колена длина будет. Вот такая интересная, от Divided. Это у нас европейский 40, 42-й европейский. Здесь, наверное, либо до колена, либо чуть выше. Еще одна офисная классика, здесь 46-48 до колена. Такая тоже классическая эскада, 34-й написан размер, с кармашками, достаточно легкая, я думаю, до колена. Ну, ближе к офисным таким юбочкам. Так, Том Тейлор L размер, здесь выше колена, для тех, кто любит короткие юбки. Так, здесь у нас 38-й размер, тоже офисная юбка карандаш, она ниже колена, сзади вот такая вот, такой вырез. Так, плюшевая юбочка Кома, 34-й размер. Здесь на замочках кармашки, да, с обеих сторон. Я думаю, до колена, либо чуть-чуть пониже. Прямо такая уютная она. Так, Teddy Bear, 34-й размер. Это у нас выше колена. Так, здесь у нас 38-й европейский размер. Я думаю, до колена, либо чуть-чуть повыше. Так, вот такая красота. Прямо вечерняя красивая юбка. Я думаю, что да, здесь у нас европейский 42-й, наверное. Да, 44-й какой-то европейский написано. Но думаю, что это 46-48 даже. Сзади вот такой небольшой разрезик. Но очень красиво, графитовый цвет. Это еще не все. Секундочку. Вот большой, разнообразный. Очень много моделей на разные размеры, разные фасоны. Еще одна шикарная юбка. 34-й размер европейский. Вот здесь вот сделала такой запах. Но ничего не будет видно, потому что он вшитый. Вот такой вот здесь поясочек, плотная достаточно ткань, сзади вот такой разрез. Это может быть как офисная юбочка, так и собственная юбка для какого-либо праздника, мероприятия. Так, H&M размер M, вот такая вот, трикотажная, хорошо тянется, ниже колена будет длина. Так, юбка Divide 36 европейский, то колено, либо чуть повыше, зависит от роста. Джессика у нас здесь размер европейский 40-й. Это будет ниже колена, комбинированная юбка. Так, Вера Мода 36, это выше колена будет юбка. Здесь у нас, ну, тоже я думаю, что где-то размер 42 выше колена. Юбочка под кожу, 38 размер. Она без подклада, с карманами. Здесь чуть-чуть комбинирована, тоже думаю, либо до колена, либо чуть выше. Так, юбка миди, размер S, очень приятный такой трикотаж, она длинная, вот прямо на прохладное время, вот сегодня бы ее надеть, было бы просто шикарно. Так, Джессика, размер, я думаю, что здесь 46, может быть 48, чуть ниже колена, такая летящая, легкая. Так, юбка Зара у нас, размер здесь европейский M, тоже где-то до колена. Вот такая 44-го размера юбочка, ниже колена, она асимметричная на один бок. Думаю, где-то до щиколотки, скорее всего. Так, H&M 40-й европейский, до колена. Так, Esprit у нас европейский, здесь, я думаю, 36-й или 34-й. Такая офисная юбка с кармашками, думаю, что до колена где-то. Легкая она. Так, короткая юбочка, XS, выше коленочки будет. Кома. Здесь, я думаю, 46-48. Это трикотаж. Чуть ниже колена. Арсей очень красивый. Европейский 36 размер. Очень красивый цвет. Прямо плюш. Шикарно на лето. Вот чуть-чуть попрохладнее. Размер европейский М. Тоже, думаю, до колена где-то. Под кожу. Эсмара. Размер здесь у нас М.
Вот прямо 40, смотрите, даже тянется она ниже колена будет, где-то 48 может быть. Так, вот такая юбочка, тоже плюшевая, эсприт, размер М. Тоже длина где-то, может быть, до колена, либо чуть ниже, зебра. Размер L даже написан. Ну, не знаю, я бы на М-ку посмотрела. Так, подобного типа этелевая М-ка. Тоже чуть ниже, чуть выше может быть колено. Так, здесь 40-й размер, ниже колена будет. Это трикотаж плотный. Так, юбка у нас здесь европейский 36-й, это H&M. Так вот она выглядит. Следующая юбка на запахе. Запах тоже пришит, ничего видно не будет распахиваться. А мису здесь 34-й европейский, тоже где-то до колена. Так, М размер здесь, летящая, может чуть выше колена будет. Так, здесь у нас размер сделано в Италии, я думаю, что это 44-46, вот такая вот широкая юбочка, полусолнце такое. Ну, вместе с этим будет однозначно ниже колена. Так, такая вот, прямо такой очень приятный костюмный такой хлопок, Street One, я думаю, это 38-й европейский, костюмная ткань. Очень красиво, приятная. Чуть ниже колена будет. Так, Т1 написано. Я думаю, что это 46-48. Тянется. Это трикотаж. Здесь на подкладе. Здесь даже шорты подклад сделан. Представляете, как все удобно. Такое вот тоже до колена. Очень хорошее. Так, здесь у нас, я думаю, что это 44-46. Ниже колена. Вот такая юбочка. Здесь у нас S. S, ниже колена будет. Так, сейчас, секунду. Красиво все сделаем. Так, юбка. Здесь у нас H&M 38 размер с карманами. До колена чуть выше. Опять H&M 36 размер. Так, здесь длинная миди юбка кома 36 размер. Тянется шикарно, очень хорошо. Поясочек, посмотрите, как оформлен. Очень красиво. Не просто болтается, а очень красивый поясочек. Так, вот такая юбка H&M 38 размер. Смотрится просто изумительно. Так, тоже чуть-чуть ниже. Может, выше колена, либо до колена. Divided M размер. Вот такой тоже полусолнце. Так, здесь нет. Это вот пыль. Просто пыль. Так, Zero. Здесь у нас 36 размер. Тоже, думаю, где-то до колена. Плотная такая ткань. Так, вельвет европейская 40-й размер, думаю, это чуть может даже ниже колена. Но опять у кого какой рост. Так, здесь 38-й европейский, это выше коленочки будет. Вот такая трикотажная, размер М, тянется очень хорошо, широкий пояс, внизу расклешенная. Так, здесь амису 38-й европейский, на подкладе, это длина миди. Здесь, посмотрите, уже вот здесь вот нет подклада. Вот такая вот история. То есть подклад до колена, а ниже уже его нет. Плюс разрез внизу. Итак, здесь у нас L размер. Тоже длина классическая до колена. Так, здесь у нас размер ML, наверное, тоже до колена. Так, здесь у нас 34-й европейский New Look. Это такая как бархатная немножечко ткань. Это ниже по щиколотку будет. Так, еще одна. Орсей это 48 размер. Так, классическая 38 S Oliver. Очень красивая. Такой офисный вариант. Ниже колена. Такой тепленький вариант XL. Очень хорошо тянется. Ниже колена длина. Вот такая маленькая. Я думаю, Today XS, да. Это маленькая, но она тянется. А сзади вот такой вот. Нет, впереди такой вот замочек красивый. Так, ух, какая красота, Vera Moda, 36 размер, посмотрите, это прям вечерний вариант. Ну, еще один вечерний вариант, это у нас S размер, ну, я думаю, да, S, вот такая красота, это ниже колена. Итак, это весь лот, все подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо.